Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S9, и сейчас я покажу вам, как перейти в тестовый режим. Открываем телефон и вводим код. Звездочка-решетка, 0, звездочка-решетка. Попадаем в тестовый режим, и здесь мы можем проверить, как у нас отображаются цвета на экране. Можем проверить камеру, вибрацию, касание. Все ли хорошо работает. Провести, в общем, некоторые тесты. Проверить, как работает динамик. И так далее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.